Корсунская кондитерская фабрика «Семеновна» ожидает пополнения. На территории предприятия строится новый цех. Сергей Морозов посетил растущую кондитерскую фабрику. О проделанных работах главе региона отчитывался учредитель Евгений Ялов. Фасад готов, коммуникации подведены. Осталось закупить оборудование и заняться отделочными работами. Стоит отметить, что расширение кондитерской фабрики выгодно для жителей района. Около 140, то есть, рабочих мест будет создано здесь. Ну и я уже говорил, что налоги у нас, то есть мы планируем около 5 миллионов. Тему налогов продолжил губернатор. Глава региона предложил оставить их дома. Подумаем, сегодня проговорим. Если коллеги не будут из правительства возражать, может быть, мы все те налоги, которые на ближайшие, там, допустим, там 3-5 лет фабрика будет платить, будем оставлять здесь для развития и муниципалитета, и для подготовки кадров, ну и для того, чтобы инфраструктура здесь развивалась. В строительство павильона вложено 20 миллионов рублей. Скоро цех будет готов. Уже в 2020 году корсунские кондитеры будут выпускать в два раза больше конфет, шоколадок и пряников. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.